Переговоры нормандской четверки вскоре возобновятся на уровне помощников глав государств. Об этом заявил министр иностранных дел России. Он считает, что урегулировать ситуацию на Донбассе могут только минские договоренности. С ним согласны и в американском Госдепе. Там напоминают, что эти соглашения были единогласно одобрены Совбезом ООН и до сих пор остаются безальтернативным документом. Поэтому уже 8 декабря госсекретарь США и глава российского МИДа встретятся в Вене на полях саммита Совета министров стран ОБСЕ. Один из главных вопросов – это ситуация на Донбассе.